Меня зовут Подоволкин Юрий. Я директор по маркетингу компании «Петротрейд». Компания «Петротрейд» входит в группу компании «Просто Петрогрупп», которая занимается производством продуктов питания. Это товары кондитерской и бакалейной группы. Для того, чтобы полноценно осуществлять свою деятельность, в частности, на выставках и в других местах, скажем так, публичных, презентационные некие функции выполнять отделом маркетинга, нам необходим был ролик, который бы в доходчивой форме и наглядно иллюстрировал деятельность компании и показывал нашим потенциальным клиентам, потребителям, возможности компании, о том, как происходит производство, о наших производственных возможностях, о наших, скажем так, современных линиях и о том, что мы можем вообще предложить покупателю на этом рынке. Тот ролик, который был у нас несколько лет назад и который нам исправно служил долгие годы, он со временем потерял, как вы понимаете, свою актуальность. И нам потребовалось выпустить более современный, актуальный ролик, который бы был бы наиболее адекватно воспринимаем целевой аудиторией и наиболее полно отражал успехи, достижения компании и те виды деятельности, которые мы осуществляем. В процессе принятия решения о том, кто из компаний будет осуществлять съемки для нас требуемого ролика, мы исходили из определенных критериев выбора подрядчика. Для нас было важно в первую очередь профессионализм, то есть мы оценивали портфолио потенциального претендента, мы оценивали его другие качества, это коммуникабельность, безусловно, готовность идти на компромиссы, принимать с нашей стороны какие-то решения, правки и какие-то другие творческие задумки, которые команда нашего предприятие нашего отдела предлагало. Это тоже было для нас важно, потому что не все подрядчики готовы достаточно гибко взаимодействовать с клиентом. Вот эта гибкость плюс профессионализм, плюс определенный уровень и качество видеозаписи, которые тоже для нас достаточно важно было, потому что мы хотели, чтобы ролик получился очень качественный, очень профессиональный. Ну и, конечно, определенные финансовые ограничения, которые имеет любая компания. Тот бюджет, который мы закладывали на этот ролик, тоже вносил определенные ограничения. И мы пытались соединить все эти критерии воедино. И мы очень рады, что мы нашли такую компанию среди многих компаний Санкт-Петербурга, Москвы. Особенно хочу подчеркнуть, даже вот с точки зрения того, что мы имеем вот такой маленький вот опыт работы в создании своей собственной видеопрезентации, это то, что команда, которую нам предложили подрядчики, была достаточно профессиональна. То оборудование, которое они использовали, для нас показалось это уже действительно такое солидное, с которым приятно иметь дело. И не только с людьми, но и, вы понимаете, техническая оснащенность команды – это тоже достаточно важно. Тут было полное взаимодействие. Мы работали практически как одна команда. Ролик получился динамичным, живым, интересным, который бы не скучно было бы просматривать в режиме нон-стоп, что называется. То есть, когда мы его демонстрируем на выставках, мы обращали внимание, что, в принципе, нет усталости от его восприятия, и он вполне органично вписывается в атмосферу выставки. Кроме выставок, на которые мы в первую очередь ориентировались, когда создавали этот материал, мы также используем видеоролик на своем сайте. Это вносит определенную такую живую нотку, позволяет разбавить статичный материал, который представлен у нас на сайте, в виде какого-то динамического ряда, который бы, опять же, был бы интересен потенциальным клиентам. Живой, немного, может быть, неформальный такой ролик, который был бы не скучным и вызывал бы какой-то живой отклик и интерес.